Активисты волонтерского центра «Единая Россия», депутаты Одинцовского городского округа проверили ход ямочного ремонта в муниципалитете. В рамках проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги» депутаты проинспектировали участки в микрорайоне «Новая Трехгорка» на бульваре Маршала Крылова и на Можайском шоссе. Особое внимание волонтеры уделили соблюдению дорожными рабочими мер по противодействию коронавирусу. Маски, перчатки у всех в наличии, отметил депутат Павел Чемурлиев.